Admiral, the fugitives Minsk and Rainer escaped through the warp gate due to the intervention of the Zerg. But shortly before our forces were overrun, Vice Admiral Stukov took control of a large contingent of troops and came here to the planet Braxis. Why would he abandon the battle on Ayer? Why has he come back to Braxis? I mean no offense, Admiral. But perhaps Stukov's loyalties are not as strong as you once believed. Because you are young and foolish, Lieutenant, I will pardon that insult. Alexei and I have been friends since long before you were born. However, he must be found. If Stukov is here, he will account for his actions. Admiral, our sensors have detected a fully functional Psi Disruptor on the planet's surface directly below our position. It would appear that the Vice Admiral did not destroy the Psi Disruptor on Tarsonis as was ordered. What? Impossible! I warned you, Admiral. Stukov has betrayed you! He's reconstructed the Psi Disruptor in order to sabotage your mission in this sector! I can't. Yet, the evidence is incontrovertible. Alexei, what have you done? Perhaps you've been right all along, Lieutenant. On my authority, enter the Psi Disruptor and deal with the Vice Admiral appropriately. Of course, Admiral. Detected. Yes, Captain. We're in. This room's clear. Right away. Commander, Madak. Здравствуйте, с вами снова мистер Снейк. Продолжаем проходить Бродвар. Это миссия чисто на микроконтроле, и уже в заставке мы потеряли одного юнита. Классно. How do you work this damn thing? Computer, locate Admiral Stukov. Access code denied. Commander. Да, ну здесь с ней постоянно надо будет замолкать, потому что марики очень будут много шутить. Вот, и Близзарды постарались, добавили в эту кампанию немножко юмора, что, конечно, неплохо развлекает, потому что таких миссий очень мало. Ну, а StarCraft их, по-моему, совсем не было. Ну и давайте в этой миссии о чем-нибудь вам таком расскажу интересном. А то что-то как-то я словопочно очень эту миссию прошел, не то что прям уж совсем, просто после переигровки прошел медленнее, чем проходил первый раз, когда, в общем-то, внимательно даже карту рассматривал. Что, в общем-то говоря, странно, сам себе удивился, ну ладно. Тем не менее. Если вы вдруг, кстати, тоже много играете во второй StarCraft и в первый уже просто физически не можете контролить, потому что здесь это делать, конечно же, намного сложнее, чем во втором, а после второго так еще сложнее, чем даже если вы до этого не играли никогда во второй StarCraft, потому что вам не придется перепривыкать, то есть одна тема. Security cameras activated. Goliath repair bay located in sector 4. If we can get over there, we might be able to hijack those Goliaths. На второй StarCraft есть модификация, в которой были воссозданы все миссии первого StarCraft, то есть сюжет, озвучку они воткнули тоже из первого. В общем, можно сыграть практически в первый StarCraft на движке второго. Но, естественно, там это все сделано очень невнимательно, любителями, и поэтому миссии воссозданы не с той точностью, конечно, которая должна была бы, по идее, быть. Access code accepted. Thanks. Oops.
security cameras activated. Vice Admiral Stukov detected in Sector 8. How can I be of service? You got it right away. Hey, boys. We could sure use those Goliaths. Get over there and commandeer them. Intruders! Alert the Goliath pilot! Ну как бы там ни было, даже возможно при каких-то его недоработках со стороны точности воссоздания миссий, все же в нем есть много чего интересного. Например, там некоторые миссии можно от третьего лица, например, за Маринесов проходить, ну точнее за Рейнера. Вот, что, конечно, наверное, первое время доставит кому-нибудь. Ну и, возможно, какие-то еще приколы. Честно говоря, меня он особо не заинтересовал, но, думаю, на кого-то точно заинтересует. Я не знаю, как он называется, поэтому не спрашивайте даже. Я думаю, его легко можно будет найти в интернете. Кто захочет, по крайней мере, точно найдет. Вот, так что рекомендую всем, кому это интересно, обязательно этот мод попробовать. И самое главное, да, конечно, отвечая, наверное, на вопрос, который многих заинтересует касательно этого мода, они переделали механику второго StarCraft, то есть там она стала похожа на первый. Например, у слонов нету сплэша и, в общем-то, все остальные грейды, то есть там и на скорость слонам грейд есть, и ну все такое, короче говоря, оно вроде как учтено. Ну, правда, не совсем в точности, по-любому там соблюден баланс первого StarCraft, потому что это очевидно, что движок другой, и мутастека, возможно, там и нет, хотя я не уверен насчет этого. Ну, и с другой стороны, как бы по сетке в него никто не собирается играть, это чисто компания одиночная, поэтому и наплевать, наверное. Все-таки мутастек был изобретен довольно поздно, раньше же без него как-то играли. Ну, если говорить о модах, то их на StarCraft полным-полно, как и на первый, наверное, так и на второй, хотя, ну, что в первом, что во втором, я их особо не знаю, потому что я в них не играл, честно говоря, мне не очень было интересно следить за этим, потому что я их, в принципе, и сам делал, ну, не то, что прям моды, а просто какие-то компании свои, вот, так что, что там делают другие, мне было не так интересно, поэтому отвечаю сразу, возможно, на вопрос, связанный с тем, буду ли я еще какие-нибудь дополнения StarCraft проходить, это, конечно, нет, только оригинальные, то есть сам StarCraft и Brood War. Потому что там есть еще мод, вроде который признали даже Blizzard, ну то есть не совсем мод, а дополнение такое сюжетное, которое было признано Близами, но я его проходить точно не буду. Может быть, если доберемся до второго StarCraft, то я вам расскажу, в чем там состоит, в общем-то, сюжет, и это максимум, что я сделаю. Кстати, будьте готовы, скрипты здесь работают не всегда в этой миссии почему-то, потому что вот я 3 раза в нее играл, и 2 раза из 3 СКВшка у меня не захотела чинить Голиафов. Не знаю, с чем там это связано, может быть, там как-то по-особому нужно Марика подвести, чтобы скрипт это сработало, может быть, там локация слишком мелкая, я в нее постоянно не попадал, черт разберет, короче. Могут некоторые скрипты у вас не работать. У меня просто вот этот вариант прошел по скриптам идеально, а вот 2 других как-то не очень. Поэтому оставил вот это вот слоупочное прохождение, но зато здесь вроде все скрипты сработали так, как надо. Ладно, мы добрались уже до Стукова. Сейчас отправим туда нашего лейтенанта. Все время забываю почему-то, как его зовут. Дюран, конечно же. Vice Admiral Stukov. I am here under orders to terminate your command. Lieutenant Duran, I'm not surprised. We both know exactly what it is that you're here to terminate. Get on with it. Say goodnight, Stukov. To hell with you. Lieutenant Duran, report your situation immediately. Gerard, old friend, you do indeed have a traitor in your midst, but it's not me. Duran, he has been playing us both from the start. He convinced you to destroy the Psi Disruptor, even though it was our best chance at defeating the Zerg. And then on Ire, he
allow Desert to overrun us, even as we had the fugitives in our grasp. I came here to activate the one hope we have of defeating them. And you killed me for it. Duran is your enemy, Gerard. I suspect that he may even be infested as well. Use the disruptor, Gerard. Finish our operation. Let my death have at least some meaning. Alexei! Oh, what have I done? What have I done? Computer, where the hell is Lieutenant Duran? The lieutenant no longer registers on my sensors, Admiral. He appears to have vanished. No. Self-destruct sequence initiated. Sir, the disruptor's power core has just been set to overload. In order to prevent meltdown, you will need to reach the manual override terminal and shut the reactor core down. It must have been Duran. You men serve the Vice Admiral loyally. I ask that you continue to serve his memory by keeping this disruptor in one piece. Now get going and find that override terminal. Ну хорошо, давайте теперь для тех, кто не любит читать или не читает брифинги, я объясню, что же здесь случилось и всю, в общем-то, суть интриги за расу тиранов. Изначально мы встречаем Дюрана при каких-то странных и подозрительных обстоятельствах. Он втирается в доверие, воюет на нашей стороне. Captain, don't let a single Zerg stand in your way. We need this disruptor now, more than ever. А в это время он сеет раздор в рядах тиран, настраивая адмирала против Стукова, и адмирал ему охотно верит, потому что, в принципе, у него не было никаких подозрений насчет Дюрана. Ну, а откуда эти подозрения, в общем-то, возникнут? А Дюран все время хотел уничтожить просто через тиранов пси-дизраптор, потому что это слишком грозное оружие против расы зергов, и пока тирани имеют контроль над этим оружием, у зергов практически шансов нет. Ну, а в общем-то, когда тирани потеряют контроль над ним, то наоборот, у тиран не останется никаких шансов против зергов. И, в принципе, в той миссии, когда мы собирались уничтожить этот пси-дизраптор, мы повстречали нескольких призраков, которые сообщили нам, что сделают работу за нас. Ну, а Дюран, он был вынужден просто уйти, потому что, ну, не проверять же, выполнит свою работу вице-адмирал или нет. Вот, поэтому он был вынужден просто уйти, а Стуков решил эту махину не уничтожать, а оставить целёхонькой. И после недавних событий Стуков решил все сделать сам, то есть использовать пси-дизраптор против зергов, а адмирал, в общем-то, послушал Дюрана, то что на самом деле Стуков предатель, потому что не уничтожил пси-дизраптор, и отправил Дюрана убить его. Ну а после того, как Дюран, в общем-то, разобрался со Стуковым, он активировал самоуничтожение, насколько я понял, этой махины, и теперь адмирал понял свою ошибку, но уже слишком поздно. Ну, вот так вот мы и выяснили, что Дюран был просто агентом Керриган. Также Стуков предполагает, что Дюран, возможно, просто заражен, и в предыдущей миссии именно Дюран как раз позволил зергам прорвать оборону ЮИД на Юре, тем самым позволив Менску сбежать. Вот, и это, кстати, очень важно, потому что потом, в общем-то, когда получите объяснение, зачем Менска, в общем-то, спасли, и не упустите этот момент, что Дюран помог именно в этом месте Протосам, хотя, по идее, он воюет на стороне зергов, это потом еще будет все объяснено. If we can lure the Zerg in here, they'll be cut to shreds.
Ну, а мы должны во что бы то ни стало спасти дизраптор, потому что это одна из наших последних надежд, иначе, в общем-то, дальнейшее вообще присутствие здесь войска UED будет просто бессмысленно. Зерги задавят их числом. И также еще и протосы есть. Ну, здесь можно зерлингов вот заманить на вот эти вот пушечки, которые, кстати говоря, прогрейжены, у них при атаке вроде как. Поэтому собаки так быстро дохнут. Но я думаю, там, если поставить просто вперед двух огнеметчиков и медиков, то будет, наверное, то же самое. Не обязательно этими пушками пользоваться, но раз уж они есть, ну, то почему бы нет. Также это уже предпоследняя миссия за Тиран. Следующая будет уже последняя. Там будет, по-моему, 8 или... Нет, 10 или 11 миссий за зергов. Вот, так что скоро все будет закончено, поэтому если у вас есть какие-то вопросы по сюжету Старкрафта Брудвара, то задавайте это сейчас, а потом я уже никаких мувиков по стару делать не буду, по первому точно. Но, в всяком случае, еще раз перепроходить это все смысла нет. Здесь, кстати, будьте внимательны, эти ребята кричат во славу Роя вроде бы. Ну, наверное. Вот, поэтому лучше выставить вперед Марика, а то потеряете здесь довольно приличное количество человек. Также там будет один дефайлер, поэтому тоже смотрите внимательно, он накинет плагу, и об этом я, конечно, успешно забыл. Причем самое смешное то, что я, когда первый раз проходил, аккуратненько все чекал одним Мариком после того, как увидел вот этих вот инфестов Теранов. И, ну, так как они здесь в единственном числе, то потом про это я забыл, и в итоге все-таки плагу я получил. Правда, небольшое количество народу, но ту же самую ошибку не повторите за мной. Зато я вот здесь получше разобрался с гидролизками. Правда, все равно потом где-то я подслился, потому что у меня в итоге две пачки всего осталось. Что, конечно, не очень много. Ну так вот, к чему я? В общем, все вопросы задавайте сейчас, потому что ничего уже потом по Старкрафту не будет, а рассказывать мне уже, в принципе, особо-то и нечего про эту игру. Вроде бы все, что хотел, уже рассказал. Осталось только некоторые сюжетные моменты разобрать, или какие, по миссиям. И, в принципе, разобрать только пару новых юнитов зергов. Или сколько их там появилось. Ну да, как раз парочка новых юнитов. А миссии за зергов обещают быть длиннющими, насколько я помню, две там точно. Я не знаю, как уложиться меньше, чем за минут 40 пока в них. Ну, я еще спидрана, конечно, не видел. Возможно, придется тактику оттуда использовать, если она там достаточно короткая, потому что есть там миссия на очень сильно большой карте, поэтому... Лучше я на них все-таки на какие-то ваши вопросы поотвечаю, чем, возможно, буду рассказывать об игроках, потому что я смотрю, это вообще никому не интересно, раз никто не просит. Ну, а иначе, в общем-то, дойдет, наверное, и до этого. Вот, кстати, я плагу получил, ну, 5 юнитов. А, нет, 6, там еще Голиафа задело, просто его сейчас не видно. Вот, ну, не так уж плачевно, но все равно неприятно. Вот, правда, если подождать, пока закончится плага, то, в принципе, медики отхиляют все. Голиафа можно также из КВшки починить, которую я еще странно, но не потерял. В принципе, небольшие проблемы у вас будут с этой плагой. Единственное, что вы по времени чуть-чуть, возможно, потеряете. Но, как видите, здесь еще остается приличное количество времени. То есть, все 4 минуты можно еще медленнее проходить, чем я. И, в принципе, все равно успеть. Вот, я здесь особо никуда не торопился. И спокойно прошел ее. Так что времени дают достаточно вполне. Ну ладно, заходим, короче говоря, уже на маяк. Быстрее заканчиваем эту миссию. Голиаф еще и подтупил. Реактор core shutdown sequence initiated. Good work, Captain. I want this side disruptor kept on full power around the clock. I'll leave a garrison here to protect it as well. Prepare the fleet to move out. We are going to the planet Char to claim that cursed overmind. And may heaven help Uran while he has done his best.
Ну, а на этом часть заканчивается. Не очень я, наверное, эту миссию прошел. И долго, и потерь вроде много. Но зато вроде все нычки показал, и скрипты вроде нормально отработали. Поэтому ладно. До новых встреч, удачи, и надеюсь, еще увидимся.